Все больше добровольцев приходят в пункты отбора желающих поступить на военную службу по контракту. Сегодня в военкомате Черкесска очередная группа ребят подписала контракт с Министерством обороны России. До отправки на территорию СВО они пройдут специальную подготовку. Подробнее расскажет Альбина Ламкова. Все равно, что это не так поехать. Но обдумал и решил. Ну, не решил, не подумайте, там за деньги. Подписал, а кто поедет, кроме нас? Поедем там тоже себя чем-то полезное сделаем. Я думаю, он там уже, ну, докажем, мужчина мы или нет. Не то, что со словами. За плечами у Мухтара Хасанова служба в Севастополе, морской авиации, Черноморского флота. Провожают его родные. Конечно, переживают. Решение Мухтара для них было неожиданным. Вчера ночью сестра звонит, говорит, Мухтар уже контракт заключил, завтра провожаем. Мы все взволновались, а что делать, уже нету обратной пути. Ну, мы желаем ему, чтобы у него здоровье было, живым и здоровым он к нам вернулся, чтобы он цел в сохранности, пускай Аллах его бережет. Всех, кто находится там, защищая наш покой. Пускай все ребята возвращаются живыми, чтобы вы зарадовали своих родителей, если они рядом. Ждут вас сестер, жен. Конечно, волнение не передать. Не передать это, наверное, волнение каждой матери, каждой сестры. Поэтому пусть Всевышний возвратит к нам нашу республику. Мира на земле. Самое главное – мира. Остальное все будет хорошо. Возле пункта отбора на военную службу по контракту в Черкесске многолюдно. Своих героев в зону СВО провожают родные. Объединяет их одно желание – возвращение их на малую родину невредимыми. Ну а пока их ждет обучение на полигонах, после чего контрактники попадут в боевые подразделения. Количество людей подписать контракт не уменьшается. В конце недели постоянно бывает, ну, такая большая отправка. А так по 3-4-5 человек мы каждый день отправляем в течение недели. Может любой желающий обратиться в военный комиссариат по месту своего жительства, где его проинструктируют наши инструктора, которые прикомандированы, сидят в военкоматах, собирают пакет документов, проходят военно-врачебную комиссию, приезжают к нам, проходят профотбор. И дальше уже по накатанной мы его оформляем, помогаем со всеми необходимыми проблемами. И дальше подписывает контракт. Замир Бачаев отметил, что уже за период с 27 по 30 августа отправлено около 30 человек. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.